делал упражнения для школьников на плиз, в результате получилось нечто психоделическое. Вот, все это работает в цифровой логике, вот, без всякого процессора, вот, на платке стоимостью несколько долларов. Вот, подцепил к ней кнопочки, программатор и переходник для VGA. Меняет цвета, двигается в разные стороны. Вот, вот как выглядят исходники. Значит, мы вначале вот верхний модуль. Мы, значит, инстанцируем модуль со счетчиками для VGA, после чего делаем счетчик, который увеличивается по нажатию на кнопки, а потом вот такую формулу. Вот, и все это вместе занимает у нас сколько? Сейчас мы сделаем синтез. И мы посмотрим, сколько оно у нас занимает. Синтез делается очень быстро. Движение в одну сторону, движение в другую сторону. Меняем цвета, движемся во все стороны. Или же не движемся. Красота. Так, и теперь мы это скомпилировали, дизайн. И сколько у нас получилось? Сейчас будет репорт. Это все сделано на CPLD Max 2. Вот, с помощью последней версии Квартуса. Так, так, так. Анализ. RTL Viewer. Все сделалось. Summary. Заняло 119 логических элементов из 240. Вот так. Максимальная тактовая частота. Сейчас посмотрим. В Max Summary. Может работать на 70 МГц. Но в данном случае работает на 50. Красота.